Всем привет, с вами Сёма, это наш Маленко Плей, и напоминаю вам, что ролики у нас выходят по расписанию. По московскому времени первый ролик выйдет в 13.00, а второй в 15.00, а по чеченскому же времени первый ролик выйдет в 19.00, а второй в 21.00, так что не пропустите. Но сегодня с вами продолжаем Long Dark. Короче, боролись с медведем в прошлой серии, я что-то не стал записывать, как я его добил, там ему два раза осталось из трех. Собственно, такие. Вот, ладно, у нас тут осталось с вами копье для охоты на медведя, так оно же у меня. Ну ладно. Что-то я как бы не понял маленько. Ну да ладно. У нас тут осталась одна вышка, но я еще хочу заглянуть как бы на ферму Спенса, потому что там, возможно, есть что-то интересное. Ну, ты помнишь, что такое Спенс, кто выковал это копье. Так что, собственно, пройдемся до туда, думаю, мы с вами. Ну, еще потому что, во-первых, сейчас уже темнеет, как бы. Где она? Вон там она. Вот. И, наверное, там что-то должно быть полезное, наверное. Или, может, не пойдем, а сразу пойдем к вышке. Ну, хотя, не, мне кажется, будет проще просто переночевать, потому что, во-первых, тут еще есть туман. Такой отвратительный, на самом деле, туман. Да сейчас думаю, идти или не идти к этой ферме. Думаю, надо сходить и переночевать, потому что... Ну, во-первых, потому что туман, а во-вторых, потому что скоро будет уже ночь наступать. Так что проще будет действительно там переночевать и продолжить свое путешествие позже. Потому что потом идти по ночи обратно, это, знаешь, тебе дороже будет. Так, я тут могу по-нормальному спуститься. Где она именно-то? Так мне не надо никуда спускаться. Ее перный балет, так она тут рядышком. Может, даже мы с вами просто облутаем и пойдем дальше. Потому что не будем ночевать. Ну, не знаю, но там есть крыша над головой. Так что, может быть, и переночуем, кстати. Почему бы, собственно, и нет. А где она? А, вон она. Да, блин, там ёперный балет. Там домишко-то какой дряхлый. Эпатика Лавратии. Ну ладно. Я-то думал, там прям все закрыто. Ну, естественно, что он? Сам дом-то себе какой-то грохал. Ну, более-менее нормальный такой. Его просто время побило немного. А в остальном все нормально. С Рождеством, кстати. Просто с наступившим. С наступившим, потому что этот ролик выйдет где-то 9-го, где-то так. Так, обыскать рюкзак. Давайте посмотрим, что там в рюкзаке есть. Пусто. Да ладно, пусто. Так, и дрова, если что. Но опять-таки, если будем разводить костер, то за дрова у нас, собственно, там есть. Я копье пока в руках оставлю, потому что тут медведь рядом бродит, ходит. Тем более, там трупец какой-то вон. Все это дело очень опасное. Ветер задул, твою мать. Так, патроны, спокойно. Ткань пока не буду подбирать. Выдвижную ящик. Ну тут так-то много всего. Газировка Самит. Так, взять с собой нормально. Газировка Самит. Так. Обыскать шкафчик. Да ладно! Поношенная шинель. Возьми вот фак. Приличные лыжные ботинки. Етрить твою. Спокойно, все. Значит, все-таки отдыхаем. Отдыхаем. Не судьба все забрать. Да мы поняли. Тем более, тут есть кровать, и ничего не надо такого. Ну ты понял. Все, все, все спокойно. Ядрить твою, нихера себе. Поношенная шинель. Поношенная шинель. Так, ремонт, все чиним. 1:16, тогда тем более поспим. 1:16. Да, погоди ты. Сколько процентов? Где она? 96. Давайте еще чуть-чуть. Че, опять столько? Да ты охерел, что ли? Все нормально. И она намного будет лучше, чем эта куртка. Серьезно, я говорю, носить. Это у нас 2.0, 2.0, 30. Они одинаковые, да, получается? А, вот это еще с повышением температуры.
Так, давайте-ка мы еще вот это с вами оденем плюс, а вот это тогда нахер разорвем. Действие. Собрать, собрать все. Все, нахер все это делом своим порвали. Так, варежки у нас целые, целые. Так, ботинки, ботинки 2,5, 2,0. Они намного, кстати, круче. Намного круче. Все, давайте починим еще. Еще и боты бы. Солнце садится, скоро станет еще холоднее. Да подожди ты, вроде не так уж и холодно, на самом деле. Да не, она не намного круче, слушай, смотри-ка, вот так будем ходить. Нам бы еще, конечно, штаны бы получше бы. Ну, так, прямо скажу тебе. Что это? Ты пердишь, что ли, уже? И кожу плюс себе добудем, потому что ее уже у нас нету с вами. Все, мы с вами... Ну, ты понял. Так, что ты делаешь-то? Подожди-ка. Я просто сейчас зажгу фонарь, потому что... Ни хера не видно. Ага. Так, дрова. Ну, пока вроде по температуре все у нас с вами хорошо. Так, персики. Нормальные они? Херни. Нет, это... Да возьму. И виноградный лимонад. Так, ну ладно, все, давай. Показалось, волк пробежал. Ладно, давай потушим с тобой мы его. Где там? Кровать, вот. Сон. Ну, где-то так же 9 часов поспим. Вот, потом надо будет попить, поесть и все такое. А, вот. Чё мы, кстати, подобрали с вами? Надо будет попить, поесть. Во, нормально, все. А, так, инвентум, инвентум, инвентум. Пить. До конца, думаю, попьем. Все, сколько осталось? Нормально. Так, и что там, по идее-то, у нас? В принципе, по идее-то все нормально. Ну-ка, виноградный лимонад, сколько он там? Ну-ка, давай-ка еще вот это выпей. Банка добавится ко мне? Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, вроде ничего не добавилось. Вроде ничего такого не добавилось. Так. Давайте вот этого еще сожрем. Вот это еще сожрем. Нам, конечно, чайку бы выпить. Харе мне там орать. Вообще не один градус, прям неплохо, на самом деле. Побольше бы, конечно, еще, ну да ладно. Так, топливо для фонаря. Патроны кружу, так сказать, нашему. Так, а это что за платок-то у нас? Так, это мой платок, который бы, кстати, починить надо. Да-да-да, давайте действия, ремонт, все. Еще посветлее плюс станет еще. Все, платок свой мы с вами починили. Так, давайте еще что-нибудь поищем. Тут, мне кажется, тут еще должно что-нибудь быть. Тем более мы с вами не облутали вот это вот. Пусто. Высушенная кожа брать не буду. Тяжелый молот, нахрена это, тоже не буду брать, все фигня. Все, енто фигня. Так. Это что такое? А, это ткань. Ткань, это мы тут с вами все обыскали. Ага, вот у нас еще с вами не было. Аптечка, кстати. Что там у нас есть? При первой помощи этот надо взять. Это брать не буду, ладно. Хер с имя. Так, тут еще у нас... Что это? А, сохранение, спасибо. Да, обыщи, пожалуйста, мне контейнер. Так, контейнер пусто. Походные ботинки брать не буду нахер. Нифига себе, корм для собак. Так, ну-ка давай-ка мы с тобой это дело сожрем. Поправим, так сказать, себе. Так, и пустую банку мы с вами, естественно, собрали. О, как же ж. Как же ж без этого-то? Бросить нахер. Так, все нормально. Мы с вами все восполнили. Так, тут всякие ящики. Тут древесина одна будет. Ничего такого полезного из этого я не выкуплю.
Ладно, все, обыскали. Перчатки там вижу какие-то. Вижу там какие-то перчатки. Рукавицы. Они нормальные ходят? Они нет, я не буду даже их чинить на самом деле. Ну нахер нужно. Ну, собственно, все, да? Думаю, да. Все, пойдемте сейчас мы с вами в путь-дорогу. Сколько там у нас перевес-то? Ну, на килограмм с лишним, я бы даже сказал тебе. Да и выбросить-то нечего, кстати. Угу. Все нужно. Еды и так маловато так-то осталось. Ну, наборами буду пользоваться, кстати, еще. Вот именно, у меня всего два набора, кстати, осталось. Угу. Фонарь нахер можешь выбросить. Поврежденный фонарик. Килограмм вешает. Ладно, пускай будет. Ладно, так тогда пойдем. Хотя, мне кажется, с медведем это может мне помешать, наверное. Ну, так сказать, для своей безопасности я что-нибудь выброшу тогда, давайте. Либо что-нибудь просто съем. Это вешает 29 грамм. Мне бы такое что-нибудь, ну, что прилично вешает. Такое, и то, что мне не нужно выкинуть. То, что порванное, например. А, так, а давай что-нибудь починим. Погоди, стоп, сколько ткань вешает? Две ткани вешает, сколько? Где она? А, вот ткань. Она вешает 90 грамм. Именно вместе с этой. Ну, тоже так-то ничего такого. Ничего такого особенного. Ну, ладно, короче, хер с имя, пошлите, ну, нахер. Я не хочу тратить на это время. Мы с вами забрали... Что мы с вами забрали? Отличную просто куртку. Просто отличную зашибенную куртку. Шинель. Так что... Все, пойдемте. Я не буду идти по льду. Не буду идти по льду, ну нахер. Пойду просто... Да что это за звуки, ё-моё? А вон она, вышка-то, я её... Она же, да? Да, она. Не буду идти по льду, потому что... Ну, это отвратительно на самом деле, потому что ты не можешь точно знать, когда лед провалится, а когда нет. А, там есть мост. Пойдемте тогда по мосту. В чем проблема? Хотя там тоже... Ладно, не буду. Я не буду сильно что-то... Не то, что рисковать. Пытаться как-то сократить, что ли. Если этот путь не очень таки безопасный. Мост, вон он старый, дряхлый, уродский. Так что можешь провалиться, не выдержать меня. Я вот сколько... Смотри, вот сколько может вешать мужчина среднестатистически? 70 килограмм. 60, 65. Сколько? Ну, возьмем, давайте, среднее. 65, допустим. Еще плюс 37 килограмм с ним. Это же охереть можно. Сколько? Это же пипец. Так, это лед вроде прочный, нормально. Вот, и поэтому такой мост, мне кажется, меня вряд ли выдержит. Тем более, он уже поломанный. Ну, может, и выдержал бы. Ну да ладно, я нашел путь другой. Бараки. Японский бог, тут еще столько всего. Ядрить, колотить. А что в этих бараках такого есть? Этот вход-то. А, даже еще и войти нельзя. Угу, офигенно. Ну, типа ящики так порубить. И в открытые части зайти. Вот эту хрень облутать. Найти кожу. Найти залежалую говядину тухлую, которая мне нахер нафиг не нужна. Вот и все. Давай сейчас без медведей, ладно? Я вот сейчас специально сейчас не ускоряюсь, потому что мало ли медведь, мне понадобится выносливость. Так, тут вроде по белому льду можно ходить, как я понял. По-моему, даже в комментах писали мне. Хотя, по-моему, мне не писали, это, по-моему, я сам понял. Ну, да, собственно, ладно. Ну да, собственно, ладно. Так. Можно было бы, конечно же, рискнуть. А, только так... А, ага, ха-ха-ха.
Как же без риска-то тут? Я тут не пройду. Да? А, не, прошел, окей. Прошел, но с риском для болезни. Чё сказал? С риском для болезни? С риском болезни, во. Вот она. До нее еще... Это хоть та вышка-то, нет? Ну, вроде, да. Кстати, тут еще есть какой-то тайник с запасами лесных ораторов. Ну, хотя нахрен он не нужен. У меня так перевес. Вещи у меня хорошие. Починенные, вычиненные, просто вылизанные, да нельзя. Вот только без медведя, Серёзик. Давай без медведя. Сейчас еще непонятно, как туда забираться, на самом деле, на эту вышку. Серьезно тебе говорю, еще непонятно, как туда забираться. Так, ну да, вроде белый лед, он безопасный, я понял. Пошли подсюда, короче, сразу, мало ли. Может, там где-то какой-то будет подъем, наше спасение, помощь наша. Почему бы, собственно, и нет? Прошло 16 минут времени, 17. И полезного я сделал мало. Ну, если не считать классных вещей, которых я набрал. Ну, ферма Спенса, кстати, неплохая. Угу. Хоть она уже нахер разрушена, но там все равно есть хорошая шинель. Которую я забрал. Японский бог, как мне туда забираться? Я не знаю, сколько осталось от эпизода. Чё, туман, что ли? Да не, пожалуйста, не надо. Я же в этом тумане никого не увижу. Я не знаю, сколько серий осталось до конца эпизода. Но, думаю, не больше трех, потому что... Ну, хватит уже, и так много сильно. Серий было... Сколько серий было записано? 4, по-моему, серии. Или сколько? Подожди, нет, стой. Какая это будет серия вообще, в принципе, в плейлисте? 8, по-моему. Или какая, подожди. Или 9. Или 7. Не-не-не-не. 8. Да-да-да, 8. Да, 8 серия, окей. Вот так. Ну ладно, пойдем подтуда, я не буду... А, хотя можно, наверное, подсюда пройти. Если, конечно, можно. Я попробую. Вот, и, наверное, осталось где-то 2-3 серии. Ну, 3 это уже сильно сказано, конечно. Тоже многовато будет. Ну, 2, может быть. Может, 1. Может, вот это уже, я не знаю, когда он кончается. Пожалуйста, надо выть. Волки, медведи, всякое прочее. Ну, нет, я тут вряд ли здесь заберусь, на самом деле. Хотя, почему бы не попробовать? Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Ну-ка, даже вот давайте с шифтом так ушивать попробуем. Не заберусь все. Ой, а что у меня так, что у меня с выносливостью сюда? Что-то все плохо-то. А чего? А, я понял. Я все. А, окей, думаю, что за капюшон? Я все понял, смотри, выносливость у меня от... зависит от перегруза. Так что тут надо что-то выбрасывать, и это 100%. Ладно, давайте выбросим к херам фонарик. Давайте, за 86 грамм, что выкинем? Что можно выбросить? Что можно выбросить такого? Что можно, конечно, съесть. Можно просто нахер выкинуть. 86 грамм. Угу. Можно выкинуть на ножовку, потому что я что-то пока не понимаю, зачем она мне нужна. Ну, пусть будет. Ножовку не буду выбрасывать, допустим. Кожу. Да нет, она, в принципе, но ткань какую-то. Давайте я две брошу. 66. Давайте еще брошу чуть-чуть. Еще две. Нет, да, давайте еще 3 брошу. Зачем я ты все это бросил, дурак? Ты дурила, зачем ты еще все это бросил? Где она?
Сколько я подобрал тканей? Одну ткань подобрал? Не-не-не-не. Ткань нам все равно понадобится. Так, допустим, смотри, если только всю ткань выброшу, только тогда у нас будет более-менее что-то. 25 килограмм, давайте, допустим, пить. Уже что-то. Уже что-то. Так, что у нас еще такого осталось? Больки. Давайте, думаю, применим. Oh, come on. Не отравиться бы мне. Это средство не помогло, да ладно. Ну от чего она, не знаю, чего она могла помочь, вот объясни. Давайте вот это сожжем. И сколько килограммов у нас она выбросит мне? А, там все равно 58 только, твою мать. Два средь, и пустая банка мне, собственно, добавилась в меню. Бросить. Так. Может, сколько-то ракет, например, опять-таки, две ракеты брошу. Во, нормально, все. Отлично. А ты что все-то бросил? Ты идиот? Ты выброси нафиг. Ты что все-то бросил, придурок? Сейчас пока до первого перевеса. Допустим. Тогда одну ракету мы с вами выбрасываем. Бросить одну. Все, нормально. Это дело вылечилось. А они все равно выносливости-то. Выносливости все равно мало. Выносливости-то маловато, кстати. От чего тогда это зависит? Ну-ка, ну-ка, писаните ко мне в комментариях. От чего зависит выносливость? От предмета, который я держу в руках? Это сейчас от чего она вдруг мне? Я не понял. А что там у меня такое? Это что сейчас я взял? Ты дурак или нет? Ты тупой? Дурак? Дебил? Что-то я не понял немножко, ладно. Ладно, пробежимся. Я не хочу, на самом деле, тоже долго что-то... Потому что и так уже подзатянулись. Подзатянулись именно в отношении выбрасывания вещей, очищения инвентаря и так далее. Все, пойдем пешочком, потому что медведь тоже не дремлет, на самом деле. Медведь тоже не дремлет, и давно он мне уже не показывался. Тем более, опять-таки, вышка, он на меня напал в предыдущий раз тоже возле вышки. Так что он уже просто понял, куда я иду, и будет меня подкарауливать на каждом удобном... При каждом удобном моменте. Ну, лично для него удобным. Нет, это нахер надо, на самом деле. Так, ну вышка прямо по курсу. Вижу кролика. Вижу двух кроликов. Давай без медведя, пожалуйста. Без медведя, хорошо? Давай, чувак, давай без медведя. Внезапно сохранение прямо перед вышкой. А это значит что? Убирает сегодня здесь медведь. И эта вероятность уже невероятность. А уже точно, потому что я его услышал. Где он, сволочь? Не понял, а где он? Но я его слышу, он идет, он ходит, сволочь.
Слышь, гнида, где ты там? А, вот он, сволочь. Иди сюда. Иди сюда. Давай, падла. Так близко его нельзя подпускать. Нет, только не снова. Выносливости полно. Попробуем. Раз. Даем отпор. Победил. Уйди нахер. Так, где копье? Не понял. А копье-то где? Япона, мать! Твою мать, он уже на меня бежит! А где копье-то? Подожди, стоп! Стоп! Загрузить игру. Это вот это, да? Да. Давай загрузить игру. Вот это вот, потому что что-то... А где мое копье-то? Куда оно выскочило-то? А либо оно у меня было в инвентаре. Попил, не знаю я. Кстати, я не знаю. Не понял, так меня аж перед медведем грузило. А, ну, наверное... Зараза. Зачем же что-то ты делаешь-то, а? Что-то прям сложно от него отбиваться-то. Прям куда-то затыкивать его мышкой. Это сложно, капец как сложно. Да ладно, времени еще полно, в принципе. Давайте я побыстрее туда пробегусь. Лучше там где-нибудь просто постою. Ну хорошо-то хоть еще температура не отнимается. Имею в виду, ну, более-менее пригодная погода. Так, давай-ка мы с тобой сохранимся. Именно вот тут вот, потому что... да. А может, как-нибудь попробуем с медведем не сражаясь? Ну, как-то его попробовать обойти, обмануть. Ну, в принципе, я его побеждаю, но побеждаю какой ценой? Побеждаю ценой ушибов и так далее. И разрыва нахер одежды. Нормально все? Как смотреть выносливость? Не, нормально. Что-то как-то много уж очень красной этой полоски. От чего это зависит, я не знаю, на самом деле. Может, опять-таки, от перегруза, действительно. Но это просто более-менее логичный вариант. Так, вот еще одно сохранение. Ну, допустим, опять же, давайте попробуем его убить. Ну, как убить? Дать отпор. А где он? А он опять оттуда же идет. Ну ясно, ему уже хуже. Где он? А, ладно, он отсюда идет, да ладно. Ладно, давай заберем. Так, ну опять-таки там я уйти не смогу. Ну ладно, значит придется драться. Просто даем отпор, просто тыкаем. На-ка, ну изодранная, плевать, починим. Да ты опять потерял копье, сорока. Попробуем уйти тогда. Но мне кажется, он меня не отпустит. Ну да, вот именно, он меня не отпустил.
Даем отпор! Опять ты задрал мне одежду с болота. Все, 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 уходи. Уходи, уходи, уходи. Так, опять три раза? Что-то порвалось. Порвалось что-то, по-моему. Что мне ничего не пишется? Порвалось за что-то, по-моему. Нет? Значит, показалось мне. Прикинь, ушли от медведя. Ну, либо, вероятнее всего, здесь нужно было два раза его убить, а не три. Одежду плевать, одежду починим. Ничего тут в этом такого нету страшного сильно. Просто скрылись тупо от медведя. Взяли предохранители и нахер скрылись. Япона мать. А, ну, окей, обойдем. Ничего такого не будет. Ничего такого не будет. Обойдем. Так. Так, это мне надо опять туда. Опять надо на перепутье. Но сейчас мы от медведя скроемся. И тогда уж обойдем. Ну, либо, вероятно, сегодня его надо было убить только всего лишь два раза, а не три, как я подумал. Типа, закономерность три раза. Тогда били, три раза сейчас будем бить. Но, видать, два. А либо, опять-таки, мне удалось от него просто убежать. Сломать тем самым скрипт. Хотя, на самом деле, что плохо, потому что я слышал, что тут есть баги, которые не дают просто пройти дальше игру. Это плохо. Так. А, нормально. Но что туман, меня это не устраивает, на самом деле. А, я прям мышку задрюкал, серьезно тебе говорю. Я не удивлюсь, что если потом она у меня просто-напросто сломается. Серьезно тебе сказал. Но то, что туман, это, конечно, херовастенько. Все нормально, вышел. Кстати, это может быть вышечка там, которая, ну ты понимаешь, да? За которой меня может ждать медведь. А, ну хотя она выше, но хотя медведь может спуститься. Хотя, он не мог спуститься с горы тогда, когда мы его встретили. Так, тут я выбрасывал вещи, нормально. Кстати, что у меня по вещам-то? По вещам-то у меня что, нормально все? 84, 100, 96, 99. Ботинки как? 89. Неплохо. 73 штаны. Нормально. Он не так уж и сильно мне и задрал одежду, на самом деле. Он не так уж и сильно мне испортил одежду. Но то, что туман, опять-таки, это плохо. Так, идти надо маленько вот так вот. Только по карте, больше никак. В туманах во всяких нужно ориентироваться только по карте. Потому что ты фактически не видишь, куда ты идешь. А в тумане встречу с животными, это знаешь, еще хуже будет. Серьезно тебе говорю. Енту будет еще хуже. Еще и волки, падлы, завыли. Серьезно, против волков копье работает? Да должно, по идее. Вот его то потом вообще там должно на раз-два уделать это копье. Ракета, которую я бросил. Сгущенка. Она что, нормально? Пыльная. Там что-то было в ней, ни хера себе.
Банка какая-нибудь добавилась мне в инвентарь, пустая. Которая мне нахер не сдалась. Конечно, добавилась. Но плюс еще поели, и то ладно. Так. Медведь был там. Мы идем по лесу. Опять-таки тоже опасно. Тут все опасно. Ну, а как? А как по-другому-то, действительно? Ну, вот мне не нравится, что туман. Вот как ни крути, мне не нравится, что здесь туман. Вот как ни крути, мне не нравится, что здесь туман. Потому что туман, он похож на обман. Песню такую слышал. Да-да-да. Давай ты на меня не следишь, как Бэтмен какой-нибудь. Давай. Я просто спокойно выйду отсюда. Япона мать, куда дальше-то? Походу придется подниматься. Ничего не вижу. А, не. Не, не придется, нормально. Окей. Я-то думал, тут сейчас когда-то там еще горы вот так вот как бы чашей будут стоять. Но вроде нет. Думал, что опять придется какой-то выход искать, куда-то вход. Потому что, знаешь, как бы вот здесь тоже... А, да тут и нет нихера. Это возможно было бы, если... Это он там птица сидит? Это птица он там сидит? Возможно было бы, если бы там был, не было медведя. Хотя, мне кажется, его там и не было. Потому что там его два раза нужно было бить. Не вижу ни хера, вот как хочешь. А, смотри-ка. Вот это камни, тут лес. Все, нормально, вот так идем. Ты понял, да? Нормально. Хорошо, нормально идем. Так. Все у нас, в принципе, показатели со всеми хорошо. Со всеми показателями нормально. Кстати, бонус за сытость у... Почему, кстати, его убрали? Не понял. Он на какое-то время? Типа там плюс 5 килограмм дополнительно нести. Как каждая веточка здесь что-то имеет. Серьезно, я говорю. Каждая веточка. Так, ну это где-то тут уже. Я уже почти пришел. Ты эти тиры говорят, не разберешь. Так, а куда? А, все, железная дорога. Неужели наконец-то? Наконец-то, блин. Ну не разберешь. Ну а как по-другому-то? Ну действительно. Так, а куда нам надо-то? А, предохранители отнести этому. Подожди, тут может записано, как его зовут. Японский бог. Ага, вот, три предохранителя. Ага. Я не могу это выбросить как-нибудь? Это же уже нет этого ничего. Либо я там уже какие-то ключи поиспользовал. Осталось там немного, я не буду использовать shift, потому что, возможно, медведь... Ну чем черт не шутит, действительно. Чё это? Япона мать, сам копьё! Почему? Не понял! А почему не поставилось копье? Я не... А, тут это была... Это заставка была. Это была заставка. Я трое трусов сменил, уже обивку креслом подумывал менять. Что так пугать-то зачем? Ядрить твою налево. О, дизентерия. Иди нахер с этим дизентерием.
Логово старины медведя. Где я? Твою мать. Медведь. Он нас в свою пещеру притащил. Ядрить твою в куре. А копьё-то где? Один в поле воин. Чёрт. Где там копье? Поищите копье в пещере, допустим, ладно. Пошлите, поищем. Слышь, чё? У меня внезапно подозрительно пропал риск растяжения. Не порвал ли я что-то там? Так, медведь, до свидания, чё нам ждёт? Оленя? Рыбу? Волка? Медведя? Волка. Если вы присядете, то станете менее заметны для диких животных, сможете проползать под некоторыми предметами. Да ладно, то я не знал. Подожди-ка, я хотел посмотреть, он мне там ничего не порвал? Ебит, а! А, не порвал. А чё так у меня мало всего, я не понял. Телефон! Ну да ладно. Мало всего, потому что, видать, у меня просто забрали мое оружие. Волка жрет. Слишком близко. А, вот подсюда, окей. Какая у тебя пещера огромная, медведь! Тихо ты, ядрить твою. Сохранение, спасибо. А, так. Куда? Сюда. Я, конечно, знаю, как у нас будет хорошо получаться стелсить от медведя. Че, он сверху, что ли? А, нет, сверху выход. А он снизу. Ядрить твою. Я, прикинь, я бы сейчас на него упал. Прикинь. Да как где кап ядрить твою? Я что-то я не понял. Куда мне? А, мне туда. Спокойно. Мне туда. Нужно зажать, пока медведь уйдет. Либо туда. Да-да-да-да-да, мне туда. Мне туда, наверное. Не знаю, не точно. Тихо-тихо, спокойно. Можно спросить мне, куда идти-то? А, да, это сквозной, допустим. А, ну мне туда, вероятнее всего. Незаметный. Просто стелс-мастер, ё-моё! Мастер скрытности! Япона мать. Куда? Чё ты делаешь? Не понял. А, окей. Все понял. Да не пугай меня. Нельзя его подпускать. Куда? Тихо-тихо, спокойно. Медведь! Иди нахер! А чё там застрял-то, в смысле? Уйди оттуда! И как теперь пройти? А, нормально. Думал, все, баг, пипец. Звездон и звездец. Так, мне бы надо, наверное, вон в ту дырку, да? Вон в ту дырку, возле которой он сейчас стоит. Я понял, как это просекать. Возле чего он стоит, туда мне и нужно. Наверное. Ждем, пока уйдет, и идем. Иди, иди, иди вперед. Да меня просто незаметно, меня нету там на самом... Ты не понял, что до сих пор? Меня там нету! Что-то у меня горло, по-моему, начало болеть. Чуть-чуть. Ты разве не понял? Меня нету там на самом деле. Вот почему меня медведь так не видит. Так, он где-то у меня в левом ухе. Угу. Ну вот, тебя и лабиринт. Мне кажется, я сомневаюсь, что он сам знает то, что у него тут есть. Не упал бы он на меня сверху, на самом деле. Здраво. Привет. Вы кто? Обыскать труп, допустим.
Разорванная бумажка, давай-ка прочитаем. Папа, когда появились огни, мне пришлось уходить. Мы подумали, что ты сможешь заглянуть на старую тропу. Но жаль было нельзя. Дети все так же много, и как и раньше. Думаю, у тебя дела будут еще лучше, чем у нас. Если ты это найдешь, чего? Передохни и двигайся на побережье. Мы будем тебя ждать там, Элиза. Так, у меня все равно пока дохренища всего. Я возьму повязку и возьму... Что? Что это? Что это такое? Ладно, пока попью тогда. Вот это вот Элиза. А что за хрень-то? Я не понял. А, нормально. Возьму шприц тогда. Все равно пока... Вот, все. Все равно пока у нас полно инвентаря. Хотя... Так, а куда нам идти-то, в смысле? Сюда? А, сюда нельзя. Тут тупик, допустим. А, спокойно, выносливость это. Сейчас мы копьем, может, еще найдем. А тогда мы должны расфигачить медведя. Ну иначе, как мы выберемся из пещеры, не убив медведя? Он же нас не выпустит сюда. Скажет, ты что, охерел совсем? Ты же меня не убил, оставайся-ка тут. Где он? Где он, падла? Где он? Не приближаться. Кому нахер не приближаться? Я никого не вижу. А вон он. Вон он ходит, сволочь. Нам туда. Я понял. Давай вали оттуда, медведь. Пожалуйста. Мы, по-моему, вернулись туда же, откуда пришли. Нахер иди. Вот сюда нам. Тут так много всяких дырок, что не поймешь, на самом деле, куда идти. Я вроде тут уже был. А нет. Вот оно! О, копье, нормально. Тогда будут хоть какие-то шансы. Медведь, спокойно. Спокойно сидим. Угу. Тихо. Да тихо сказал. Спокойно. Ой, рано нажал я. Ну да, собственно, ладно. Где он будет проходить? Где ты, падла? Тихо. Назад пошел. Куда пошел ты? Куда ты пошел? Да ё-моё! Определись уже! Иди нахер. Мать твою, он же тут может пролезти. А почему бы нет, то он сюда может пролезти. До свидания. Что это медвежата? Что за звуки такие детские? Чё за звуки? Это не он издает. Куда он пошел? Да это не он издает, это слишком дед. Вот это он! Ты какой-то залагованный, забагованный весь. Уйди оттуда, медведь. Уходи. Уходи, сказал. Куда ты идешь-то?
Иди нахер, понял меня? Он меня испугал. Он меня испугался? Где копьё ты, идрит твою? Это у медведя уже под страху лета, он гоняется, не пойми за кем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пит твою. Он может сюда зайти! Спокойно. Чё-то я ошито. Ну ты понял меня, да? Так, как бы мне его обойти-то? Подожди, как бы мне его обойти? Ага, это надо как-то подтуда проходить. Допустим, я понял. Нахер иди. А, сюда пошел, сволочь. Нахер иди. Угу, допустим, смотри-ка. Вовремя я скип нажал, чтобы сейчас пришлось ждать 20 лет, пока он меня убьет. Да медведь, иди нахер! До свидания! Медведя! Пока! Успею! 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 Успел! Ты кого там с тобой? Gotcha. Попался! Сюда иди! Последний бой! На! До свидания, падла! А, опять изодр надежды. Иди нахер! Сейчас она будет спрятаться, отдышаться. Все спокойно. Надо отдышаться. Все, отдыхиваемся. Отдыхиваемся, отдыхаем. Нормально. Ху! Где можно посмотреть выносливость? Да, тут недоступны источники света, кстати. Серьезно, я говорю, недоступны. Так, где он? Где угностливость? Нормально, иди сюда, падла. Иди сюда! Чё ты там орёшь? Я уже вон дрень на всё пузо! Иди сюда, скотина! Кобзда тебе, мразота меховая! Лёгкий ушиб, твою мать! Так я их вообще получаю, я не понимаю. Да иди ты нахер, понял уже! Как ты не надоело, урод меховой. Все болели, слюши, все, и копья нету. А, не, есть, нормально. О, как назло, это тут еще. Тебе не надо тут быть. Тебе надо быть в другом месте, сволочь. До свидания, скотина! Иди нахер! Фух. А здесь почему мне ничего не показывается? Должно, оно просто тупо не засчитано. Иди сюда! Раз! До свидания! Ой, как сложно! Даю отпор! На, все, третий раз был. Помираем, помираем. Да, все, сдохни, падла. А, правильно, арриватензи. Помирай.
Все, мистер! Мистер Баптистер! Вы, мой дружок, померли. Мне жаль. Мне тоже, что я не убил тебя раньше. Величественное создание. Я не хотел тебя убивать. Но мы все превратимся в убийц в этом новом мире. Попил. Давай, пожалуйста, на сохранение заканчивать буду. А, это не конец еще. Маккензи. Медведь мертв. О. Капздец. Можно как-то это? Во, можно, нормально. Сохраниться нельзя. Отлично, ты проснулся. Как раз вовремя. Подожди-ка, где там у нас сохранение? Погоди, можно загрузить игру? 4 минуты назад. А, это уже когда я убил медведя, наверное-таки. Ну, наверное, потому что... Ну, не знаю. Ладненько, давайте поговорим с ним. Что произошло? Ты вырубился. Я дал тебе отдохнуть. Мне все равно нужно было время, чтобы починить радио. Ну, что я говорил? Детали радиопередатчиков сделали свое дело. Работает идеально. Ты молодчина, Маккензи. Просто молодчина. Может, этого сигнала должно хватить, но как знать, сколько у нас времени. Северное сияние непредсказуемо. Ясно. Значит, мы можем связаться с неступными мельницами? Я уже настроил частоту. Просто нажми кнопку вызов и держи кулачки. Давайте, пожалуйста, уже все. Уже ведь еще осталось, наверное, серия. Еще одна может сохраниться. F5. Ладненько. Так, сейчас я точно хочу посмотреть, когда? 4 минуты назад. Сигнал шум, уил, лого стрельного медведя. Ладно, хорошо, допустим, я... Угу. Здоровье 58%. Кстати, 100%. 100%. Ну, не знаю я, на самом деле. Стоит ли мне сейчас сохраняться или просто заканчивать игру? Но я, наверное, сейчас закончу серию и тогда продолжу дальше записывать, чтобы, мало ли, не потерять какое-то сохранение и потом не возвращаться опять хер пойми куда. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайк, пишите комментарии, все в Лонг Дарк и других играх. Думаю, немножко совсем уже осталось. Да, все. Всем до встречи, всем пока.